Что это за штука? Что это за штука такая? Это показано, куда идти дальше. Я на это посмотрю. Я без этого не уйду. Самолет. Самолет вам под нами. Ну да. Помню, что да. А я не помню. Смотри, фотографии. Фотографии. Отрывки старинные. Не помню, да. Приезжали. Приезжали, да. Вот именно в Азии. Именно вот. Вот. Да. Дикие. Да. Дикие. Там Гитлер, баб, смотри фотографии, смотри, баб, смотри фотографии, там Гитлер. Здесь написано, должно быть. Не, он просто это. Вот, платок, пиджак, носки. Это старинные, вот в чего они одеты были. Платок, пиджак, носки и пропуск. Это в чего они одеты были? Да, удостоверение на завод для рабочих трудового лагеря в Германии. Ой, еще один Гитлер. Да. Еще так много Гитлер. Я хочу. Потому я что хочу это же война с немцами. Где Сталин? Где Сталин? А я не знаю. О, вот Сталин. А, нет, это не Сталин. Где они? О, вот русские. Или это опять немцы? Нет, это русские. Солдатский быт, трудовые письма. Я фильм посмотрю. Ну да. Про войну? Да. Настоящий. О, здесь даже телевизор. Настоящий. Майя, настоящий все. Ну да. Ладно. Да. Это хроника, да? Все, что ты делаешь. О, смотри, блин, кухня. Это, готовят кашу. Где? Полевая кухня, там такие приезжали. А это, а чем они нагревают? Да. Дровами, по-моему. Ну да. Там подтапливают, да? А вот она. А тут все круто! Баб, тут горячо. Настоящие колеса. А чем они? Колеса. Дровами, что ли? Или чем? Ну сюда вот, почему? Вот, да! Вот горелка. Там горелка? Да. Горелки вот они. Плавают все. Вот, чем они. О, как это лошади. Май какой-то там. Ну или к лошади, или какой-то кольцо. Рецепт. О, май какие-то лошади. Метровые. Ну еще надо снять стенами, руками метровые. Посмотри. Полицейский. А? О, нет, я тебя же не заметил. Я не заметил. О, это бомба, автомат. Да. Круто. А помнишь, нет. У вас была такая машинка? Какая? У бабушки Шуры была. Какая? Стрибельная. Вот. Это где? Три чита. А, чик, дома чик, чик. У всех, да, раньше вот так стрибли, чик-чик-чик. Да, сами только стреляли. Да, и у них была вот такая именно машинка. А пляжка у Юры такая. Котелки, видишь, это и есть, и подогреть, и... Сколько людей, да? О, надо копать очень. О, гранаты настоящие. А это что? Граната. Аппарат, а что это? Это чтобы все добывать. Строительство, оборудование. А эти? Строительство железной дороги. Да. Это как железную дорогу они строили. А вот фотография. А вот фотография. Да, как строили. Вот под каким она номером? Вот это что это? Под каким это номером? Это под номером 4. Огнемет. Фугасный огнемет. Это огнемет. Это огнемет? Да. Баб, огнемет! Фугасный огнемет. Вот он, огнемет. О, да, огнемет. Это да. Нужно для того, чтобы дорогу железную строить. Да, реально много. Немцы. А я помню вот эту заставочку. Что? Заставочку вот эту немцы. Таких страшных сделали. Ну.
Нам с перстнем. Они просто, когда говорят, рассказывают эти экскурсоводы, они про каждую эту деталь поняла, рассказывают. Да. Хочешь, чтобы... Чего? Оружие. Кого? О, я учусь с российскими.